организатора дебатов Управления по делам молодежи администрации города. Цель одна – создать в Сочи молодежные интеллектуальные сообщества. Мы проводим чемпионат по игре терки, игра деловая, дискуссионная, для того, чтобы ребята научились общаться, отстаивать свою точку зрения, причем отстаивать грамотно, не переходить на личности, не вступать в полемику, уметь публично выступать. Ведь это очень важное качество для современного молодого человека – быть грамотным во всем. И в том числе в том, как преподать свои мысли. В этот раз участвовали студенты Сочинского института моды, бизнеса и права, Международного инновационного университета, колледжа поликультурного образования и учащиеся лицея номер 3. Мне нравятся вот такие соревнования, можно сказать, на логику, там, на мышление какие-либо. Где шутки, где можно переспорить кого-то. Столько всего волнует меня, всякие глобальные проблемы, столько переживаний человечества. Все это можно рассуждать часами, может даже годами. Говорить на русском языке, говорить хорошо, грамотно, получать от слова удовольствие, рассуждать на темы исторические, семейные – все это привлекает молодежь. Именно живое общение, а не посредством интернета. Не зря мы с малых времен изучаем историю. С пятого класса мы погружаемся в нашу страну, изучаем, чего же смогла достичь Россия. Также в истории существует очень много несостыковок, что действительно подтверждает мою теорию о том, что все же факты могут быть сфабрикованы. Ну а способность выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, общаться друг с другом интересно, оценят жюри и специалистов молодежных объединений. Самые умелые ораторы встретятся в мае, тогда состоятся финальные терки. Елена Всецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.